Никто из вас не принуждается к заключению брака, но каждый, вступивший в него, несет глубокую ответственность за создаваемый союз. Готовы ли вы со всей ответственностью относиться к правам и обязанностям супругов? Прошу ответить вас, невеста. Да. Ваш жених? Более чем. С вашего взаимного согласия ваш семейный союз регистрируется. Прошу вас подписями его скрепить в книге верности, любви и счастья. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Призыв. А должна была свадьбу запланировать? Мы не планировали, я пока. Ну, сейчас решили. А сколько вам лет? 33 года. С каким настроем? Полон сил, уверенность и надежды. Я ни с кого защищаться. Конечно.